Miss Lavov, I know you have a daughter yourself. I want you to look me in the eye and just tell me, how do you sleep at night knowing that Russian bombs and bullets are killing children? Могу сказать дополнительно к тому, что я уже сказал. Любая человеческая жизнь бесценна. Любые боевые действия сопряжены, к сожалению, с жертвами. И не только среди военнослужащих, но и среди мирных граждан. Наши военнослужащие, которые участвуют в специальной операции, они имеют жесткий приказ. But you say high precision, Mr. Lavrov, you say high precision is used, but hundreds of civilians have reportedly already died. This is now being investigated by the International Criminal Court. I wonder if you personally are preparing your defense in a war crimes tribunal. Понимаю ваше желание такие вот острые вопросы задавать. У вас будет такая аудитория. Вы будете даже эту аудиторию заводить так эмоционально. Это ваша работа, как я понимаю. Это не столько средство массовой информации, сколько инструмент вбивания в головы людям того, что нужно западным руководителям. Я еще раз хочу сказать, не оправдываю никаких действий, которые приводят к гибели гражданских лиц. Но не мы придумали выражение collateral damage. Его придумали наши западные коллеги во время своих авантюр и в Ираке, до этого в других странах, и в той же самой Латинской Америке, в Ливии. Вот вы хоть раз вот с таким же надрывом эмоциональным освещали ситуацию, как она развивалась в Ираке и в Ливии, когда сотни тысяч погибших среди гражданских людей находились? Я не помню. Поэтому я вижу, что ваш вопрос такой риторический.